шла сюда, думала, это церковь. А теперь я полагаю, это не церковь, я догадываюсь, что это. Но идем смотреть вместе. Скажу по секрету, мне кажется, это железнодорожный вокзал. Оказывается, мне это не показалось. А я слышала, это же Д, либо... А, тут какие-то смотрят. Почему-то у всех спрашивают билеты. Почему, я не знаю. Может, в зале нельзя находиться, потому что, ну, если нет билетов, то тут не надо находиться, я не знаю. Это, наверное, выход на перрон. Я тут шкирюсь, потому что мне не знал, тут можно снимать или нет. Это, наверное, такие вокзал, но не железнодорожный. Хотя пути впереди есть. Это, видимо, вокзал этот, как он называется, автобусный. Да, вот такой прикольный. Багажное отделение. Ладно, выйду я, опять на нычку буду нести телефон. А потому что в общественных местах, по всей вероятности, снимать нельзя. О, это какие-то староверы. У них интересные прически. А девочки, они такие какие-то нарядненькие. Может, у них какая-то миссия. Бороды интересные. Живут же люди. Кому-то поклоняются. Мне, наверное, религиозных не понять. Но это и понятно, что мне не понять. Да, их тут целая компания. Думала, это евреи. А это не евреи. Это кто-то... Не знаю, кто. Ну, шляпки такие у них. У всех. И у бабушек. И у дяденек. Такие интересные. В общем, вот такой. Вот такой вот вокзальчик. Ну и серия про транспорт и вокзалы. Уже и к ряду покажу. По-моему, это метро. Во всяком случае, буква М.